У нас сегодня хозяйка Даша доехала к Ириске. Проведает Ириска у нас тут. Пообедала уже. После обеденный сон. Мы на Андрюху ложились. Покупали Ириску Андрюхе. Даша нам фотки пришлет. И мы вставим в видео. О, бабка. Скажи, это я вчера тоже меня чесали. Я заснула, пока мы копыта делали. Позавчера мы копыта делали. Ну-да-да, Ириска. Скажи, сколько внимания. Сегодня спал у тебя процедура. Массаж. Ну. Вот Даша привезла кучу подкормок. Псилиум. Для возрастных лошадей вот эта большая. Это я ей уже распечатывала. Давала, потихоньку ввожу. Не всю дозу сразу, а по чуть-чуть. И еще решили. А, электролит. Да, чтобы перенести хорошо жару. Вот электролит. Не знаю, буду думать, как ее правильно распределить под ним. Ну, пока в обед мы скушали вот эти две датчики. Что там, бабо? Покушала. Не доела пока, но она часто оставляет не голодная. Что там, баб? Что ты там, бабу-бабу-бабу? Бабу-бушкаешь? Кушай. Вот. А еще алюминия. Две баночки алюминия. Вот это бабки. Кушать не перекушать.